после перерыва вернуться к привычной жизни бывает действительно сложно. Я сам это чувствую. Но вот что я понял, начинать нужно с малого. Выдели одну простую задачу, которая не требует много времени и усилий. Например, убери на столе или прочитай пару страниц книги. Это может показаться незначительным, но именно такие маленькие шаги напоминают нам, что мы способны двигаться вперед. Каждый выполненный шаг – это как кирпичик в стене твоих достижений. И чем больше таких кирпичиков, тем крепче становится твоя уверенность. Так что не бойся начинать с малого. Сделай это, и ты увидишь, как постепенно вернешься в привычный ритм.